Как прочистить вот этот патрубок от забившихся гранул? То есть открываем, ну, отсоединяем этот патрубок пластмассовый, вытаскиваем реторду, счищаем. Вот, и дальше берем отверточку и подцепляем вот здесь, и подцепляем гранулы. Они просто должны сыпаться. Вот. Они все сюда сыпались, и их отсюда необходимо просто выбрать. После того, как мы выбрали вот этой вот отверточкой оттуда, выскребли все вот эти гранулы, да, ставим на место реторду.